Привет, друзья! Погода сегодня просто шикарная. Но эта погода наступила после морозов за двадцатку. Еще позавчера было, с утра у нас 24, в поселке на окраинах вообще 27-28. А сегодня плюс 2. Так погода ломается. И непонятно, что нас сегодня ждет. Но по всему будет нелегко. Народу совсем немного сегодня. Хотя и выходной день. Тоже называется потихоньку, полигоньку, и она не выдержала. Вот у меня сейчас стоит такая вот мормышечка с шариком, как хлебный мякиш. Часто спрашивают, имеет ли цвет мормышки решающую роль. Давайте подумаем. У рыбы глаза есть? Есть. Может быть, не сам цвет, но контраст цвета, оттенок она прекрасно видит. Но тем не менее, я думаю, что большой роли это не играет. Само тело, да, черный, серый, темно-зеленый, вроде как естественные цвета. А подвеска ваша, я думаю, что не очень. Очень яркая, может как спровоцировать поклевку, так и наоборот отпугнуть. Совершенно невзрачная, она на фоне мормышки будет теряться. А так вроде как и точка атаки есть. В общем, вопрос спорный, однозначно ответа, я думаю, никто вам не даст. У каждого свои предположения, не более того. Да, ребята, это глухая пора уже. Бегай, не бегай, каждую надо уговаривать. Опа. Залетная. Ага. Понятно, таким ударом только гиганты клюют.
нас. Опа. Ну, вот такая. Дикой. Ладно, ага. Вышки сам робишь, мормышки. Опа. Бубух, бубух, бубух. Ну и на этой ноте рыбалочку буду завершать. Не густо сегодня, но в общем-то и не пусто для глухозимья. Кое-что поймалось благодаря безмотылочке. День хороший, не напряжно. Душа отдыхает. Всем не хвоста и до новых встреч. Пока.